Дед Мороз, а ты точно есть? Сколько раз в детстве мы задавали себе этот глубокий философский вопрос? Ответ находили все. Но ведь можно и передумать. Наш корреспондент Анна Волковец в Деда Мороза верит, но на всякий случай решила уточнить у тех, кто точно знает. Скажите, кто такой Дед Мороз? Это дедушка с бородой, который приносит детям подарки. И еще он, когда пролетает через чей-то дом, то появляются на окошках узоры какие-то там. А ты его когда-нибудь видела? Нет. Но точно знаешь, что он есть? А почему? Потому что я верю в него. А ты в него веришь? Ну, слегка. Он особенный, потому что обычный дедушка не может быстро разводить подарки. А как отличить настоящего от ненастоящего? Тяжелый вопрос. У Деда Мороза есть настоящая борода, а есть ненастоящая. И как проверить? Просто за нее подергать. У Деда Мороза там глаза такие, как снег. Очень блестящие, синие, а у обычного там... Ну, обычный может быть любой цвет. А вы знаете, что есть люди, которые не верят в Деда Мороза? Да, вот у нас есть дедушка наш один, и он нам все время говорит, что Деда Мороза нет. Вообще, и вот никак мы его не можем уговорить. И как-то раз на Новый год мы попросили Деда Мороза, чтобы он принес подарок и дедушке. И теперь дедушка сомневается. Я перестала верить в 10 лет, когда поставила в комнате, где стояла елка, камеру. Посмотрела и увидела то, что это была мама и папа. Я заплакала, но зато я узнала правду. Я думаю, верить надо в Деда Мороза, потому что если не верит, то он подарки не принесет. А как вот доказать, что он существует? Вот те, кто не верит, ты, чтобы они поверили. Надо доказать, потому что кто нам приносит подарки? Ну, уже не родители. Если дети могут заказать что-то дорогое, родители же это не могут сделать, у них нету столько денег. А Дед Мороз может принести только. А по секрету расскажешь, что в этом году просила? Я просила настоящую пони с конюшней. А какого цвета? Розового. А такие вообще бывают? Я не знаю. Можно покрасить ли бы ее? Я заказала красную машинку с управлением. А ты? А я краску для волос и микрофон. Сейчас я попросила, чтобы счастье было моим близким, радость и веселье. Но я уже повзрослела, мне уже такого ничего, игрушек ничего такого не надо. Желаю вам счастья, здоровья и много конфет. Самое большое новогоднее чудо – это верить и только это не забывать. Я хочу, чтобы Дедушка Мороз всегда существовал. Хочу, чтобы он не пропадал, жил. И пусть волшебство всегда останется.